нажимай. Кнопку нажимай. Камеру уберите. Спокойно, спокойно, спокойно. Успокойся. Ну, они голова, а тебе будет такой вот. Молодец. Это аптеки продают незаконно запретные препараты, которые запрещены без рецепта, наркотические. За аптекой находится, или вблизи находятся шприцы и препараты использованные. Вы были заметили? Да. За шкафом можете снять, за шкафом тоже есть. Есть вывеска санитарная? Конечно, приехала. Все больше и больше охраны приезжает. Что-то на пусковой полиции, да и все. Нет. А по поводу шприцов, это что очень большое... Шприцы, вам показать? Вам показать? Да. Пойдемте. То есть люди, покупая какой-то медпрепарат, из него как-то вытягивают каким-то образом, но, видно, они знают, как это сделать. Вот. Лицо какое-то снимать. Гидрохлорид. И есть еще ампулы какие-то другие. Я просто не химик по образованию, не могу сказать. Лидокаин. Лидокаин, вот пожалуйста. Опять же, руками брать не буду, ибо инфекции мало ли какие-то могут быть. Вот, пожалуйста, шприцы, все. Двухкубовые, маленькие. Вот. И тут же мы видим этот же препарат, который тут. Это можно в руки брать. Канадепсин. Это таблетки от кашля, как уже нам, ну, известно. То есть канадепсин. Вот. Посмотрите, пожалуйста, вот. Пожалуйста, это просто хотели это все. Давайте я вам еще покажу, если вы хотите. Аптека убрала за собой немножко вот этого всего. Аптека находится там, да? Аптека находится там. Вот такое место есть. Как бы вход в садик. Ну. Ну, тут я шприцов, честно говоря, не видел. А, хотя есть. Да, есть. Полицию уже вызывали.
лично я 4000 раз. Поступил по планшету вызов, то что завладели аптекой, зашли непонятные люди в масках, в камуфляже и так далее. Приехали на место происшествия, вот нас аптеку нас пускают, то есть все. Нашли мы, к нам нашел человек, говорит, я заявитель, говорит, я здесь живу, говорит, здесь много употребляют наркотиков, говорит, наркоманы ходят по ночам, говорит, людям спать не дают, говорит, ну жить с этим, говорит, невозможно, говорит. Вот это, как его, он сказал, его друзья, то есть он попросил их, чтобы как-то они хотя бы в этом нам помогли, говорит. Мы, говорит, надеемся на полицию, что вы нам, говорит, помогли, говорит, ну, говорю, чем сможем, чем поможем, говорю. Да нам не что, мы сейчас просто охраняем место происшествия, то есть взяли заявление у заявителя, объяснение все. То есть сейчас ждем следственную группу. И дальше будем уже решать по факту. Идет торговля без рецептуры. В округе, по всей территории, и в том числе возле детского сада, находится горы шприцов. Я вот веду юридические дела всей сети аптеки, это сеть аптек. И ни единой жалобы к нам не поступало. Ни единого раза нас... Правоохранительные органы, органы прокуратуры, никто не вызывает. Я не служу о том, что это продается. И тут употребляют. Но оно продается в установленном законом порядке. Извините, а то, что вы считаете, извините, это еще нужно доказать. Я вам на самом деле говорю еще раз об этом. Если вы считаете... Сейчас идет процесс как раз проверки данного сигнала. Ради бога, пускай проверяется. Мы никого ничего не цель. Мы пришли просто-напросто проверить. По богатой заявлении. Неоднократно поступали жалобы на эту аптеку о том, что здесь проходит торговля, производится торговля кодеиносодержащими препаратами, прочими обезболивающими. Можно взять у вас краткое объяснение? Можно взять у вас? Объяснение краткое объяснение по факту. Как все было? ХМУ. Мы сейчас выясняем, кому принадлежит территория вот этого вот помещения. Пожалуйста, ребят, все согласно закону. Оформляйте тимчасовый доступ, пожалуйста, мы вам все предоставим. При нашем заходе скинули таблетки, которые незаконно продавали без рецептуры. Скинули кто, откуда? Продавцы, ну, в ящик, там, за прилавком, там, в ящик закрыли, в ящик по себе скидали. Значит, я написала заявление и пояснение на данную аптеку о том, что здесь, собственно, происходит. Можете показать на камеру, прочитать, что написано? Написано КОДЕТЕРП. 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 10 таблеток. Вот это кодепсин. Здесь постоянно молодежь крутится, пацаны, ребята, которые принимают эти таблетки. Откуда вы знаете, за один раз. Таблетки. Я видела много раз.